Бендеры, городская поликлиника. Сегодня тут после капремонта открыли отделение профилактики и профосмотров. Полвека здесь не было таких перемен. Новое все – стены, потолки, полы, окна и двери. Оно отремонтировано, соответствует всем современным нормам, всем санитарным нормам. И пожарная система безопасности, поменена электрика, потому что новая техника, соответственно, огромная нагрузка на электрику. Вентиляционная система. Проведен современный, красивый ремонт. За год здесь проходят медкомиссию почти 25 тысяч бендерчан. Сейчас в обновленных кабинетах принимают терапевт, окулист, гинеколог, лор-врач, невролог, нарколог. Медосмотр можно пройти за полчаса. Раньше на это уходил весь день. Все врачи вместе, по этажам не надо бегать. Аккуратненько, спокойно стали, прошли, довольны, спокойные люди. И улыбчивые люди становятся, когда видят такую атмосферу. Весь ремонт за счет средств фонда капвложений, как и новое оборудование для отделения диагностики. Теперь здесь есть аппарат УЗИ и видеоэндоскоп для обследования желудка. Это аппарат УЗИ. Аппарат, во-первых, гораздо мощнее, чем предыдущие аппараты. То есть он обрабатывает информацию, которая в него поступает через датчики, гораздо более быстро, гораздо более точно, что сокращает время обследования. С появлением этого аппарата мы смогли в поликлинике внедрить новые виды исследования, такие как ультразвуковое исследование сосудов и ультразвуковое исследование суставов. На этом аппарате сразу видны даже самые незначительные изменения в суставах – воспаление, скопление жидкости и не только. Раньше больных отправляли на рентген, теперь дадут направление на УЗИ. Это оборудование называется видеоэндоскопом, оборудование экспертного класса. Его особенностями можно назвать такую функцию, как узкий спектр луча. Эта функция позволяет выявить онкологические заболевания на очень ранней стадии. То есть, когда в обычном спектре кажется, что все хорошо, при включении узкого спектра она позволяет выявить онкологическую патологию или заподозрить на ранней стадии, когда это еще возможно человека вылечить полностью. Это очень важно, этого раньше не было. Теперь, чтобы проверить желудок, не нужно ездить в городскую больницу. Обследование можно пройти в поликлинике.